Колонки района метеостанции по улице Сулажгорская больше суток отсутствовала вода. Сегодня утром, когда она появилась, техник-метеоролог Марина обнаружила на дне своего ведра белые хлопья диаметром 7 мм. Поместив таинственный осадок в специальную колбу, она дождалась начальника химической лаборатории станции, который и определил, что содержимое – не что иное, как хлорная известь, в быту хлорка. По его мнению, в таком виде этот химический элемент не мог попасть в водопроводную систему, ибо она очищается только хлорным газом. Эту версию после настойчивых звонков подтвердили в водоканале, а в городской СЭС успокоили, сказав, что хлор не опасен для здоровья. Зам главного врача СЭС объяснила, что ничего в этом страшного нет, и хлором отравиться нельзя, так как он распадается, и в общем вот так. За 13 лет работы Марины на метеостанции это первый подобный случай. Проводя свое небольшое расследование, она пришла к выводу, что во всем виновата аварийная бригада. Колонка была не разобрана, никакого объявления не было. И я считаю, что это и халатность. И, по крайней мере, мы здесь рядом живем, к нам никто не приходил и не предупреждал. То есть халатность тех, кто исправил аварию? Да, я считаю, что это и халатность. Надеемся, что после нашего репортажа на место происшествия приедут все-таки специалисты и решат хлорную проблему, даже если этот химический элемент не опасен для здоровья.